этой весной арестовали, посадили в СИЗО, трех сотрудников. По факту обыска бара Хасанова, Камельянову, Климова. Их арестовали за работу в клубе. Хасанов был барменом, Камельянова администраторкой. И они просто работали над баром в Оренбурге, и их арестовали по статье об организации экстремистской деятельности. И мое мнение, что это совершенно неправильно. Это просто сотрудники конкретного бара, конкретного заведения. Они не организовывали никакую экстремистскую деятельность, никакую экстремистскую организацию. Но их арестовали, им светят до 10 лет лишения свободы, и мне кажется, что это неправильно, мне кажется, что об этом следует говорить.